привет. Что, кидаете, нет? Да подожди, дай мне досыпать. Вот, все запаковал, да. Лови. Давай. Опа! Сегодня с нами Maximum Whey от компании MHP. Красивая упаковка. Вообще мне синий цвет очень нравится. Качественные препараты у них и продукты все всевозможные. В чем не сомневается никто, по-моему. Это сывороточный протеин. Ничем вас не удивлю. Единственное качество. Да? Давайте разберем порцию. В порции 39 грамм. Протеина в ней 25. Отличное содержание. Сахара 1 грамм. Углеводов 8. Ну, это просто супер. Да? Причем они не скрывают, что это просто сывороточный протеин. Никаких тут ингредиентов уникальных и запатентованных матриц нету. Ну, протеин. А, немножко изолята добавили. Я уже совсем потерял. Поэтому из вида это. Ну, упаковка стандартная. Количество порций тоже 58. Ну, супер просто. Подписывайся на наш канал, и ты узнаешь, что будет с твоими мышцами, если ты прекратишь пить протеин. Эй, а теперь рейтинг от Massive Gym. Качество 9 баллов из 10, вкус 10 баллов из 10, цена 6 баллов из 10. Сань, что случилось? Ты не знаешь, скучаю по периоду, когда набираю, хочется массу уже набрать. Не знаю, связано с это с тем, что я перестал пить протеин или нет. Быстрее бы уже Новый год, после Нового года начну жраться. Yeah,